Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так, у меня улучшилась пушка. Так, башня лучниц. Тесла, окей. В принципе, нормально. Прокачка идет. Так, у нас есть заряды. То есть мы можем пойти и... Вау. Нет новых наград. Ну, это понятно. Так, 835 маны. Ну, давай, наверное... Блин, нехватка, нехватка. И один рабочий у меня свободен, да? Всего один рабочий свободен. Так, пожертвовать. Давай пожертвуем. Здесь, к сожалению, я ничего сделать не смогу. Могу. Так, а у меня есть ледяной? Нету. Мне бы хотелось убить ваш склон. Айван. Принимаем. Так. Ну, пока никого нет, все равно, ребята, поздороваться надо. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Я хотел улучшить дробильщика, но, блин, 1,5 ляма. Да что ж так много-то надо ресурсов-то, ё-моё. Так, давай посмотрим, что у нас тут-то происходит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, у меня все работяги свободны, абсолютно все. И есть деньги даже. И есть даже деньги. Пум-пум-пум-пум. Блин, что улучшить, а? Хотелось бы, конечно, Пеку прокачать, но 2800 элика. Да я просто, ну что ты, куда ты кликаешь-то вечно, Рэй? Ну давай, завязывай вот дурью заниматься, блин. Так, сколько у меня вообще медалей-то? Игры клан. Да у меня нету. Нет, есть ли нету, не могу понять. Нет у меня, по-моему, ни шиша. Набрано очков 0. Огнедержит. Используйте в бою деревни строителей и заработайте звезду. Ну и нафиг я это задание взял. Испытание. Если его у меня нету, просто-напросто. Пипец. Ай, блин. Взял на свою голову. Его нету, блин, а я беру. Так, тренировать. Ну что у нас там по тренировке? Ребят, я пока качаю одних пек. Ну, не качаю, а я бегаю одними пеками. Так, тут по приготовке у нас все норм. Нет, не норм. Так, возьмем пару ярости. Заморозка как-то мне не особо понравилась, если честно. Наверное, она не прокачана у меня ни шиша, поэтому... Так, это все нафиг с пляжа. Ну, тут дофига нам придется уборки делать. Ну, что, ребят, здесь я... Кстати, невозможный финал. Невозможный финал называется. Ну, дай гляну. Что ж там такого? Макарёк. Вот знаете, что для меня здесь самое противное? То, что я не знаю, что половина дел. Ну, ладно, варвары, бог с ним. Эти еще фиг с ним. Но остальные-то что делают? Что вот этот за ханорик? Что? Блин, что они тут прыгают-то? Что там написано? Хелл... Чё хелл... А, Халланд, ё-моё. Халланд. Тут маг стоит. Тут все так защищено, эти башни, блин. Ну, давай на пробу. Блин, а тут... А тут арбалет сразу же, там и этот стоит. Пипец, что хочешь, то и делай. Тут тоже арбалет. Что вот это за эликсир? Я без понятия. Ну ты понял, да? Арбалет не церемонится, друзья. Он, по-моему, и воздушные цели бьет, насколько я помню. Ну давай сделаем, я не знаю, ну может быть вот так вот.
вылетело всякое. Я не знаю, я всякие элики бросаю. Что они там делают, не пойму вообще. Это землетрясение, это я знаю. Да. Даже звезды не получил. Ну-ка, дай я посмотрю, что голем делает у нас. Ну, голем, как и в игре, ребята, берет на себя всю основную атаку, да? А, он еще заморозку тут применяет. Что он делает-то? Кого не бьют-то? Какого уровня? 95-го? Вы серьезно сейчас? Кто вот это такой? Что за... Понятно, короче. Ну это понятно, это подрыватели стен бестолковые. Да. Что за чушь? Что это такое? А, это невидимых делает и. Зелье невидимости, что ли? Вот я не могу понять одного. Зачем мне поражение? А, ну правильно, поражение, потому что время истекло. Блин, ну какая-то муть, а? Вообще ни одной звезды. Вообще ни одной звездочки. Да и, в принципе, ребят, это не обязательно. Коль на то пошло. Было прикольно посмотреть. Да, я видел людей, которые все проходили полностью. Но я, вот, я тебе говорю, ребят, надо как бы по мере... как сказать, не по мере прокачки. Вначале надо понять, что там каждое делает. Мне надавали кучу всего. Половину персонажей я вообще не знаю, что они делают. Как ими там руководить, так скажем. Так, будьте добры, вот здесь вот тоже расчистите. Ну, это, ребята, просто, может быть, получится нафармить себе кристаллы. Не в каждой, конечно, елке, полене там или каком-нибудь камне они могут находиться. Но, тем не менее, потихонечку, насколько ты помнишь, чтобы нам еще одну работягу открыть, нам нужно сколько? 5000, по-моему. 5000, ребят. То есть немало на самом деле получается. Так, удаляйте это, вот это, вот это. Ну слушай, по 5-6, если будешь получать каждый раз, я считаю, что это нормально. Ну еще раз повторяю, не везде выпадают эти самоцветы. Так, давай здесь уберем, здесь почистим. А здесь и здесь, ага. Ну вот, уже почти, ребята, 380. Так.
Точнее 370, ладно. Так, здесь я все бутсы потратил уже. По-моему, все, да? Все зачем? А, вот здесь еще. А что нам даст следующее улучшение? Прокачать, не прокачать землетрясение. Давай, наверное, прокачаю. А это нам дает маленьких. Ну, в принципе, лучницы вот эти мелкие. Ну, что, не знаю, нужны мне же. Короче, ребят, я пошел в бой. Я пошел в бой, сколько тут? О, тут делать вообще нечего. То же самое. Очень мало дают ресурсов. Ну, здесь вот уже по полляма того, по полляма того. Я смотрю, вот тут со всех сторон пытались бомбануть. Ну, рыцарю хана этому, понятное дело. Так, что у нас там бомбит очень сильно, да? Я не вижу, если честно, чтобы тут что-то у нас бомбило. Давай, наверное, одному сюда поставим и лучницу надо убрать. Она нам тут нафиг не нужна. Зелье прыжка тоже я, наверное, не буду сейчас использовать. Хотя, раз уже взяли. Так, лучница уничтожает вражескую башню. Ну и осталось тут что? Да ничего не осталось. Фейерверки. Ну да, все, и тут, в принципе, все уничтожено. Нормально. Так, что у нас тут? Угу. Так, а здесь что? Победите в многопользовательском режиме 4 раза, используя стену боев. Пожертвовать, ну, понятно, пожертвовать. Заработайте звезду, ага, в бою в деревне строителей. В бою в деревне строителей. Ну, это там можно будет заработать. Все равно нам там надо будет проходить. Так, у меня еще тут, я смотрю, есть пеки. Мега пеки. Так, что хотел? 3 ляма. Чего бы такого существенного, хорошего мне бы прокачать? Если я прокачаю казарму, то нам будут доступны кто? Дракончики. Ну давай возьмем дракончиков, пускай они там у нас. Сколько будет делаться? 3 дня? 4 дня, ё, 4 суток. 4 суток, друзья. Так, давай, наверное, поставим улучшение короля варваров. Также, наверное, поставлю улучшение лучницу нашу. И один строитель у меня остался. Ну, наверное, за 2 ляма. Подожди. Я, наверное, Теслу, ребят, прокачаю. Только не вот эту, а вот эту вот. За лям. Так, здесь все, и пошел я дальше, наверное, в бой. Тут мало финансов дают. Тут еще меньше. Так, давай что-нибудь приличное, пожалуйста.
Так, надо глоточек сделать, капучинки. Угу. Ну тут... Тут хорошо. Единственная проблема, друзья мои, что... Что мои герои-то не отдохнули. То есть я сюда отправился без лучницы, да? Ну давай вот здесь попробуем. Тесла там уже вылезла. А что, у него даже не было этой баллисты, что ли? Странно. Ну, вообще ничего не было. Бомбарда у него не было, здесь не стояла на защите, по крайней мере, я ее не видел. Они так долго, они подойдут вначале, подумают, потом только делают удар. Да. Но получается, Тесла это последняя, да? А, вот, домик. Домик строителя. Бомбочка тоже мне. Ну и прекрасно. На 3 звезды. Так, и мы с тобой еще и... Блин, вот если бы у меня еще были бы готовы, я бы, наверное, ребят, еще отправился бы в поединок. Но они будут очень долго делаться. Так, ладно, здесь вроде бы все сделал пока. Здесь нам нужно теперь. Блин, ну тут проблематично у меня. На самом деле, тут как-то все очень паршиво получается. А почему получается паршиво, ребята? Потому что мой этот в роботе. Так, идет подбор противника. Что-то почему-то мне не дают противника. Так, чтобы его прокачать, нужен лям, ребят. Нужно лям. Он с какого уровня? С 5-го, вы говорили, да? До 5-го его стоит прокачивать. Я не пойму, вот это вот, нафига вот это вот дано место мне, если от него никакого толку нет? Вот по большому счету, ребята, от него никакого толку нет на самом деле. Зачем оно дается? Это пещера. Ну вот, начинается, короче. Что мы тут видим? Блин, нифига он бабаху себе тут. Ладно, давай начнем с пушек. Как ты долго там ворота эти ломаешь? Ну ёпрст, все, нас сейчас нас расфигачит сейчас эта фиговина. Одну звезду я получил. Ну и славно. Сейчас, друзья мои, все, остальное по мне полетело. Давай, родной, бомбани хоть что-нибудь на дорожку. Молодец. Одну звездочку. Как великолепно, ребята. Всего лишь одну звездочку. Ну, нам надо было, да, получается, одну звезду получить всего лишь. Пока. Так, мы поехали дальше. Буду рашить. Буду получать звездный ранг. Так, ладно. Здесь со всех сторон пушки. Здесь лазейки-то нету, блин. Самое обидное.
Нет, не лезьте туда. Тебе не кажется, что слишком быстро моего робота здесь запинывают? Ну вообще моментально, ребят. Все, сейчас хана ведьме будет. До свидоса. Слушай, а что если, например, ну, не две ведьмы взять, а, например, побольше взять, например, варваров? Или же вместо варваров поставить великана? Это что-то здесь, ловушка какая-то, да? Да бомби ты, ну туда, куда надо-то, ну твою, блин. Летучие мыши, но пушку-то вот эту вот надо было давным-давно ее, блин, сносить-то. Да какие тут нафиг могут быть звезды, ребят, ну... Куда ты пошел? Да, жаровни-то тут. Блин, жаровня так справляется легко с этими мышами, с моими летучими. Вот сейчас мы сюда подойдем, и начнет по мне бомбить это. Все, она уже бомбит. Ну ладно, бог с ним, опять одна звезда. Ничего с этим, блин, не поделаешь. Опять одна звезда. Такс. Слушай, ну здесь... Там пушка, здесь пушка, блин, со всех сторон пушки одни. Давай выставлю отсюда. И великана. Плюс армию варваров. Пора, наверное, вызывать нам этого. Пипец, двух ведьм вот так вот просто на... в изи. Великана тоже в изи распинали. Деревушка с гулькин нос, блин, ё-моё. Нет, ребята, ведьмы меня что-то расстраивают. Не, я не знаю почему, но вот что-то они меня здесь расстраивают. Даже звезду не получил. Пум-пум-пум. Слишком они ватные. Да, летучие мыши хороши у них, но они слишком ватные. Что я могу здесь с этим поделать? Мне кажется, тут лучше, наверное, дракончиков даже взять. Наверное. Да. Но, по крайней мере, звезду получим. Звезду, по крайней мере, ребят, получили. Одну.
Ну, Тесла, конечно, вот против моих варваров, да. Наяривает, будь здоров. Наяривает она, будь здоров. Но мне надо еще 4. Уж с этим я ничего поделать не могу, ребят. Опа-на. Удачно мы зашли. Какой же он тупоголовый. Ну, я ничего не могу с этим сделать, друзья. Драконы тоже. Куда бомбят? Зачем бомбят туда? Непонятно куда, блин. Еще вообще прошел хуже, чем... Не могу. Толку от этого робота, если он корявый, ничего сделать не может нормально, ребят. Ну, какой от него смысл? Ставить великана, например, ставить великана, а после... А сзади ведьму? Так, если только, блин. Ну, попробовать, по крайней мере. Как они хотят к этому домику попасть? Вот им домик этот вот вперся, блин. Чун-чун-чун, там уже полетело на нас. В общем, самое бесевое, ребята, это бомбарда. Вот это вот. Артиллерийская. Она, блин, больше всего урона. Ну, мало того, что пушки, но вот она наносит больше всего урона. Поэтому мы ее и будем, наверное, прокачивать. Все, великан допрыгался. Дракон, как всегда, ребята, в своей же тупости занимается абсолютно не тем, чем надо. Ему, видите ли, понадобилось уничтожать, блин, всякие костры и тому подобное. Да, 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 ману. Молодец. Гений, блин. Ведьмих крышка. Ай, ну ладно, звезду одну получим. Фиксим. Сейчас добьем эту трихомудию. Если бы не было вот этой бы штуки и лучниц, мы бы могли бы, наверное... Все, больше тут ничего мне не надо. Одна звезда и хорош. Долго же я так буду проходить. Видишь, у меня нет других юнитов. Были бы у меня какие-нибудь юниты, там, я не знаю, там, прыгуны или еще кто-нибудь. А ведь их нету. У него Тесла прокачана, я смотрю, да? Пушки прокачаны, кстати.
Да, расхерачивают к чертовой бабушке. За 3 секунды почти. А, тут жаровня еще, ребят. Ну, опять же, одна звезда. Опять же, одна звезда. Видишь, что значит непрокачанная бомбарда, ребята? Она практически не наносит урон. Практически. А когда она прокачанная, она... Хо-хо! Да, в принципе, тут можно сдаваться. Что тут сделаешь? Одна звезда, нам две звезды не потянуть. Нет, нас сейчас тут... Вот, вот костры надо побомбить. Да, я, наверное, заканчиваю сражение. Одной звездой обойдемся здесь. Так, еще сколько получается? Еще две звезды надо. Вот, видишь, бомбарды здесь прокачаны, ребят. В нее там полетели снаряды, блин. Дракончик. А, дракончик у нас вон. Ну зачем ты летишь за этим варваром? Пипец ты, бестолочь. Все? Все, ребят. Там дальше все равно нам ничего не светит. Так, погнали за последней звездой. Ни эликсира, ничего здесь нету, блин. Так, ну давай, варвар. Ой, варвар. Великан, побежали. Куда тебя выкинула? Блин, ее выкинула. Ее выкинула под эту, ребят. Ну давай хотя бы одно здание уничтожь еще. Смотри, как бомбарда фигачит. Все, ребят. Одной звезды достаточно. Ну, как достаточно? Нас просто бы там расписали бы. 170 тысяч, да? Окей. Забираем здесь элик. Слушай, а у меня еще бонус есть. У меня еще, ребята, здесь бонус есть. Но если мы, блин, если мы побежим, допустим. Ну куда ты вот бежишь-то? Ну куда вы бежите-то все? Тут тупоголовые, блин. Уничтожь, пожалуйста. Отлично. Не добьет, да? Или да, добил. Нет, не добьет он, наверное. Так, звезда есть. На вторую звезду, ребята, тянем. На вторую звезду вот здесь вот сейчас уничтожаем. Не успели, блин. Хотя, подожди, ведьму, может, добьет. Да, две звездочки. Но она дальше не пролетит, ребята. Три звезды, наверное, не получить, потому что вот здесь нас уничтожат. Да у нас даже лучница там прибьет. Но две звезды это уже хорошо. Это уже лучше. Так, подожди, сейчас я гляну, что у нас там в магазине. Что у нас вообще на постройку есть? Военный лагерь за 2 миллиона. Вот военный лагерь бы не помешал бы нам за 2 миллиона, но... У нас, да, понятно.
Нам нужно казначейство наше улучшать. За 1,5 миллиона. А, за 1,5 миллиона эликсира. А у нас 1,5 миллиона эликсира-то будет? Будет. Тогда давай копить. Надо будет улучшить казну, и после этого только мы с тобой сможем уже в каком-то там, так сказать, в светлом будущем. Но почему вы тут поголовый? Ведьма. Но, тем не менее, ребят, одна звезда есть. Да нет, ну, вряд ли нам получится, конечно. Да. Одна звезда. А начиналось это как все. Блин, тот жирный, он медлительный. Он очень медленный. Да, у него есть защита, но он очень медленный. Ведьма, ну, блин, ведьма, да, ведьма. Так, тут смотрю, бомбарда, все дела. Ну вот варварятам, вот что здесь вот делать варварам, ребят? Ай-я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 й! Ну, опять одна звезда, ребят. Стандартная одна звезда. Дальше она подходит, и ее пушки, естественно, в дрибадан уничтожают. Ну, невозможно сделать так, чтобы не было, блин, там никого, ты понимаешь? Невозможно это сделать. Чтобы не было там пушек. Они всегда будут, блин. Пушки просто по округе стоят, и все. Ну вот че ты пошел костры какие-то бомбить? Ну дурачок, блин, вот. Да вы бегите вон туда, в лагерь, дурачок, вы непутевая, блин. Нет, им вот надо, блин, вот, ребята, вот надо им вокруг вот пробежаться. Сейчас им тут им хана будет. Две звезды, ребята, забираем. Нормально. Я тоже себе хотел жаровню поставить. Ее давно надо было поставить. Но, ребята, она стоит для меня очень дорого. По-моему, 2 ляма она стоит. И у меня денег нету столько. Ну-ка, ой, что делаю-то? Давай сразу вызывай своих летучих мышей. Уничтожай, пускай этот костер. Ой, как сибирский валенок. Так, звезда есть. Там Тесла, да? А почему Тесла у него не работает?
Две звезды, шикарно, ребят. Ну что, звездный бонус? Ну да, тут дальше уже, ну никак. У него две бомбарды, оказывается, здесь. Ладно, закончим сражение. Окей. Звездный бонус. Великолепно. На меня, естественно, сразу же, ребята, тут в ответочку пошло. Это... К этому я уже привык. Меня этим не удивить. И все равно 1,5 миллиона. Мне не хватит, да, получается, прокачать. Блин, а как быть? Слушай, подожди, а мы же можем... Подожди секунду. А, это же не здесь. Здесь только так зарабатывается, да? Ладно. Сверхурочно, так сказать, делаем, ребят. Так, я вижу бомбарда там, да? Так, пока эти там отвлекаются. Да где там, блин? Звезда есть. Ну давай, ну. Пипец, ребят. Не добили. Чуть-чуть не добили, а. Так, ну-ка глянем, сколько мы тут. В принципе, этого достаточно, да? Да, ребят, 1,5 ляма. Ну что, я ставлю на прокачку тогда нашу казну. Не понял. Упс. Блин, а как так-то? Так, а если вот... я, по-моему, не смогу, да, прокачать? Откроется скелетоносец. Друзья, они меня заставляют прокачать башню, блин. Так, подожди, в магазин тогда зайдем, глянем. Исцеляющая хижина. Что она делает? Здесь варится вкусный полезный суп по рецепту бабушки главного строителя. Позволяет воинам подкрепиться перед следующим этапом атак и частично восстановить здоровье. И частично восстановить здоровье? Так они же вроде бы как бы все погибают, и что-то я не догоняю. Ну что, мультимортирую, ребят, тогда прокачиваю, да? Я вот теперь сейчас смотрю на свою деревушку и понимаю, в чем, ребята, моя ошибка. Ошибка в том, что нет забора. То есть надо вот эти пушечки, все, как говорится, в заборчике. Ладно, я тогда трачу здесь на мортиру, ребят. Фига себе там. А работяг? А куда у меня работяга еще один делся? А, вот где можно было прокачать-то. Ну, уже да, уже поздняк. А где мой второй-то работяг? А, подожди, нет, это не то. Мультимортиры... А, вот у нас исследование здесь идет. Был бы у меня пека. Да, пека-то, конечно. Приглашение в клан. Спасибо, ребят, ну, как бы я пока в своем клане. Так, ну здесь вроде все, звездный бонус сделали. Как бы я здесь уже свободен. Здесь нужно, ребят, нам добить еще 3 звезды. Вот там надо так же делать, ребят, чтобы пушки были отдельно в заборах. Потому что, ну, хотя здесь есть эти, на кабанах всадники, они быстренько пробегают. Поэтому я и предпочитаю Теслы как бы прокачивать. Так, здесь делается, здесь. Король варваров исцеляет себя с каждой атакой. Да, ну там такое исцеление идет. Дешманское.
Сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре. Дай-ка глянуть. А, 7 пек, нормально, ребят. Блин, мало ресурсов здесь, маловато будет. Надо что-нибудь такое посущественнее. Где побольше, да пожирнее. Там, да, там можно. Тут тоже маловато. Вообще мизер. Где 500 тысяч, мне кажется, было бы норм... Вот. Но здесь... Ту-ту-ту-ту. Что у нас тут? Тут золотые пушки, ребята. Потянули? Наверное, нет. Не потяну, скорее всего. Но сюда даже суваться не буду. Оно того не стоит. Да что такое-то? Что за этот? Вот, вот здесь вот можно, ребят, наверное. У него тут три баллисты. Так, у него там что, подкрепление, что ли? Вот это я попал, кажется, ребят. Я просто в том плане, что... Что дракон? Дракона я ничем не смогу подбить. Цепился, а? Смотри, 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 смотри. Летит к следующим, гад. Знаешь же, что ничего не смогу сделать. Ты полетел. И причем довольно, довольно быстро он, ребята, сжигает. Блин, я, наверное, не успею здесь все снести. Там еще две Теслы стоит. Вот он докопался до моего мегапеки, блин, и сжег, да? Сжег одного. Еще одного сжег. Слушай, уж больно люто он жарит. А ты знаешь, мы, если они сейчас успеют дойти, друзья, до вот этих двух... А-а-а! Нет, ребята, тут еще пушка. Нет, тут уже все. Смотри, я не увидел, что здесь пушка, и здесь еще домик. Не получится. Ладно, заканчиваем сражение. Но не успеем, ребят, за 11 секунд уничтожить и то, и то. Одной звезды всего не хватило. Твою налево, блин. Так, хотел я еще, ребята, здесь стены прокачать. Угу. Я же забываю, что они все время... Они же от работяг у нас тоже зависят. Так, это будет один мегапека. Такое ощущение, что надо все равно хотя бы одного дракончика, ребята, брать в отряд, да?
Это 4 минуты каждый будет делаться. В общем, ребята, я все равно здесь ничего сейчас не сделаю. Вот. А мегапик под хилом, это нормально, как думаешь? Я знаю, что лучница под хилами, это да, но это отдельно-то прокачивается. Можно улучшить. 12 часов будет улучшаться. Это хилка. Ярость. Ярость тоже, кстати, надо. Угу. Ну, как-то так, ребятушки, пока. Пока. Больше здесь пока сделать мне нечего. На защиту, да, на защиту надо еще поставить. Но это уже потом. Когда здесь все прокачается. 3500, а у меня сколько? 4500. Ну, если что, в плане этого денег у нас хватит. Все, ребятушки. На сегодня я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.